Так, 23 мая 2024 год. По поводу Харькова, по поводу того, что кабы прилетают. Спрашивают, что военные ничего не делают. Народ тут, к сожалению, пока нам не придут. Я сам харьковчанин, я понимаю, как себя сейчас сограждане мои, земляки, там себя чувствуют. И кап, я лично по мне, там рядом с блиндажом ложился кап, контузило нас. Вы понимаете, одно дело попасть этим кабом, попытаться в блиндаж 2 на 2 метра. И они промахнулись, ну что, мы отделались контузиями и все. Другое дело, у них Харьков 1,5 миллиона, куда ни брось, куда ни приземлиться, кого-нибудь убьет. То есть, это государство-террорист Российская Федерация. И пока нам не придут, к сожалению, F-16 именно со снарягой такой, что можно будет сбивать там на 70 километров эти самолеты, по самому кабу попасть, ну, практически невозможно в момент его падения. То есть я не представляю, если такие системы вооружения существуют. Они наверняка существуют, но в Украине их наверняка нет. То есть патриоты, вот сейчас из хороших новостей, Испания нам патриоты передают ракеты. Германия там говорила, еще пару патриотов, я надеюсь, что в конце концов выделят что-то и на Харьков. Ну, видимо, власти не хотят рисковать. Харьков все-таки 26 километров от Российской Федерации, от границы. То есть это очень близко к границе, за которую нам иностранным вооружением не дают работать на данный момент, да? То есть, и, видимо, установки эти патриотов и дорогие, и дефицитные. Я думаю, что просто решили пожертвовать. Пожертвовать Харьковом до тех пор, пока не придут F-16. То есть патриоты не хотят, бояться, видно, наши тратить. И тут как бы сделать ничего нельзя. К сожалению. Ждем и в 16-х. Ну, то есть, как бы, мы их третий год, конечно, ждем. Но говорили, в мае придут. Сейчас я слышу, в июне, в июле. Кто-то говорит, что уже в этом году там сразу три страны нам предоставят эти F-16. Важно еще, чтобы был к ним, конечно, обвес хороший. Чтобы были эти воздух-воздух ракеты на дальнее расстояние там. Ну, а так, ребят, что сказать. Такой у нас долбанутый сосед, что тут сделаешь. Старайтесь уберечься, там, я не знаю, выезжайте, в конце концов, если вы боитесь. Ну, конечно, это не грады, которые круглосуточно по вам бьют, но я представляю, насколько, я знаю, как когда рядом с тобой кап падает, насколько это эффект на тебя производит, даже моральное какое воздействие имеет. Что сказать, держитесь, куда? На третьем году войны сказать держитесь, ничем оно не поможет. Ждем F-16, а так не вижу никаких других решений. Ну или патриоты выделят власти с риском их потерять. Так, чтобы выносили, сбивали самолеты носители этих фабов, кабов. Все будет Украина.